Страшно представить, что чувствует человек, которому говорят, что остаток своих дней он проведет в заключении. Поэтому зачастую реакции на пожизненные приговоры могут быть непредсказуемыми и даже леденящими кровь. Сегодня мы как раз и посмотрим на 10 таких примеров. В 2012 году 20-летний студент Университета Южной Калифорнии Брэндон Спенсер открыл огонь из пистолета по другим студентам, празднующим Хэллоуин на территории университетского городка. В результате стрельбы 4 человека получили ранения, а он был приговорен к 40 годам лишения свободы. После оглашения приговора он в буквальном смысле попытался пробить головой стол. Джалил Хоскинс получил от 50 до 100 лет лишения свободы за убийство своей девушки, матери 5 детей. Несколько секунд он неподвижно стоял, затем отбросил стойку, за которой он находился, и начал выкрикивать оскорбления в адрес судьи. Между тем, семья убитой и семья убийцы устроили драку прямо в зале суда, доставив много забот органам правопорядка. Некоторые преступники предпочитают решать свои вопросы не делом, а словом, но не самым добрым. В Америке подсудимый во время вынесения пожизненного приговора за убийство посмотрел судье в глаза и сказал: «Я вас убью». А вот виновный в убийстве офицера полиции и его подруги Эндрю Вирт не стал церемониться после оглашения приговора и начал отпихиваться всеми конечностями от охраняющих его людей. После применения электрошокера из зала суда его пришлось выносить за руки и за ноги в буквальном смысле. At Andrew Worth's first court hearing, he scuffled with deputies. It happened just days after he shot and killed off-duty town of Oconomowoc police officer. Юрист Майкл Мэрин присутствовал на суде, где рассматривалось дело о его виновности в поджоге собственного дома. Он предпочел так никогда и не узнать, сколько лет ему пришлось бы провести в заключении, потому что он покончил с собой прямо в зале суда. Он принял какую-то таблетку и через несколько минут забился в конвульсиях и упал со своего стула. Официальные органы констатировали отравление цианидом. Маршал Ангуина тоже оказался изобретательным, но менее удачливым преступником. После обвинения в изнасиловании с причинением тяжких телесных повреждений, он порезал себе горло неизвестно откуда взявшимся лезвием от безопасной бритвы. К счастью, больше никто не пострадал. Маршала же доставили в больницу, откуда он отправился прямиком в тюрьму, поскольку он не задел артерию и рана была неглубокой. Бывает, что при вынесении приговора из себя выходят не только подсудимые, но и сидящие в зале люди. Когда отец девушки, который убил Майкл Мэдисон, услышал, что преступника приговорили к смертной казни, но после детального описания того, как была убита его дочь, он не выдержал и бросился в сторону осужденного. Разнимать их пришлось правоохранительным органам. Смит Райли в 2013 году убил молодую девушку и серьезно покалечил ее молодого человека, за что был приговорен к пожизненному заключению без права освобождения. В момент вынесения приговора Райли упал на пол в слезах, не желая верить в это. Семнадцатилетний Джейкоб Морган разревелся как младенец в зале суда, и не мудрено, ведь он устроил пожар, в котором погиб его младший брат, за что проведет остаток жизни в тюрьме. А вот 18-летний Томас Ти Джей Лейн совсем не раскаивался в своих деяниях. На слушание по делу о стрельбе в одной из школ Огайо подросток явился в толстовке с надписью «Убийца». Он все время смеялся и улыбался, всем своим видом показывая, что не жалеет о том, что отнял жизнь троих людей. После получения 3 пожизненных сроков он гордо сказал: «Да пошли вы все», и показал средний палец. Ставь лайк, если сегодняшнее видео было интересно. На этом все.